Приветствую вас, и вы описали симптомы, которые могут быть с некоторой долей вероятности значит, следствием определенных физиологических заболеваний. И прежде чем копать в сторону психологических причин, я бы очень настоятельно рекомендовал бы вам для начала пройти полное медицинское обследование, провериться у всех врачей, в частности у невролога, невропатолога, и дабы исключить все возможные заболевания именно в физиологическом плане, потому что по вашему описанию очень, знаете, подходит. Если покажется, если окажется, точнее, что никаких физиологических оснований для появления таких симптомов нет, то тогда, конечно, стоит обратить внимание на психологические моменты, и для этого нужно проанализировать, во-первых, ваш образ жизни, вашу степень нагрузки, причем нагрузки как физической, так и психологической, уровень вашего напряжения, опять-таки нервного. И вот здесь, в том, что касается последнего, мне бы хотелось обязательно уточнить, что порог чувствительности, он снижается тогда, когда человек, по сути дела, теряет свои силы, теряет свои ресурсы. И вы просто перестали справляться с чем-то окружающим вас. И связано это с тем, что, возможно, есть неразрешимые конфликты у вас, которые не позволяют, не дают вам возможности как-то их разрешить. И тем самым вы постоянно находитесь в борьбе, во внутренней борьбе самой с собой. Может быть, у вас есть определенные раздражающие факторы, отношение к которым у вас таково, что вам они доставляют очень серьезный дискомфорт. И не имея возможности с ними как-то совладать, с этими факторами, вы испытываете постоянный негатив от их проявления. И в таком случае, я думаю, что очень важно будет для вас все вот эти вот аспекты, все моменты проработать, все причины выявить, и тогда станет понятно, почему вы так себя чувствуете. Вы пишете, что в последнее время у вас наблюдаются подобные симптомы, значит, в каких-то определенных обстоятельств вашей жизни это начало происходить. Вот и давайте начнем с этого, с того, что вы проанализируйте, может быть, сами, может быть, с помощью специалиста, последние события в вашей жизни, которые стали причиной, стали отправной точкой для этих симптомов. Я думаю, что вот это нужно сделать вам в первую очередь. А уже потом, по ходу раскрытия обстоятельств того, в каких ситуациях вы оказывались, как вы на них реагировали, какое у вас к ним отношение и прочее,
процессе анализа этих обстоятельств будет ясно, что именно вас беспокоит, что именно вас тревожит, а значит и станет понятно, как это можно побороть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.